шугал всех во дворе. Красавчик, ставлю ему плюс десяточку нафиг. Чока расстраивался, когда у него было мало подписчиков. О, это ж мой любимый младший брат. Минус 10. Так ему и надо. Буква R была съедена. Лошара, ну и тогда минус 10 получай, зараза такая. Блин, да что не ставится-то минус 10? Да ё-моё, что происходит? Ленечка, зараза такая, ты ничего не перепутал, а? Ты почему их оцениваешь неправильно? А кто сказал, как правильно надо? Лень, ну если буква R была съедена, почему ей надо ставить минус 10? Давай плюс 10, мы ее отправим в рай, а? Мы же с тобой теперь решаем, кто куда отправится, в рай или в ад. Владус, я решил. Ему дорога в ад. Да за что, зараза, ты такая, ты меня так бесишь. Следующий, кто у нас там? Эта коробка начинала играть в любое время. А, если в любое время, тогда плюс 10. Нет, Лень, ты что, не знаешь, кто внутри этой коробки? А кто там внутри? Это же просто шкатулка. Нет, Лень, вот этой коробке мы ставим минус 10. За что, Владус? Это просто обычная шкатулка. Давай поставим хотя бы плюс 3. Нет, Лень, даже не думай, здесь минус 10 и точка. Так кто там внутри-то, не понимаю. Владус, ну давай хотя бы плюс 1, а, можно? Лёнь, да ты достал, ты что? Ты же в курсе, кто там внутри этой коробки. Ну да и что? А чё ты тогда меня пытаешься обмануть? Я эту коробку не особо люблю, поэтому ставь лайк, если согласен, что ей нужно ставить минус 10. Да ты чё, Владус, никто лайк не поставит, ты чё, все плюс будут делать? Он боялся яркого света. Ути, божечки, боялся он яркого света. И чё? Вот знаешь, это никак не влияет, поэтому я ставлю ему минус... Плюс 10. Тоже темноты боюсь. Лень, ты что, придурочный? Так, там же... Ай, да фиг с тобой. Никаких плюс 10, Лень. Этому монстру мы ставим минус 10. Мы должны его рассудить правильно, понимаешь? Как вот с ним правильно рассудить кого-то? Владус, все нормально. Я знаю этого монстра, он мой друг. Давай, плюс 10. 10, давай. Нет, Леня, минус 10. Я сказал... Плюс 10, Владус. Я говорю минус 10, Лень, не... отстань, отдай мне мышку. Я говорю плюс 10 этому Боксибо. Придурочный, вот что ты сделал, а? Боксибу хороший, потому что он добрый. Он съел ученого. Добрый? Он, говоришь, добрый? Ну, знаешь, Владус, все ошибаются по жизни. Да? Что-то ты это делаешь слишком часто, Лёня, ты вот дебил. Владус, ну давай еще партийку, а? Нет, Лёнь, я уже тебя 10-й раз выигрываю. Все, хватит играть в карты. Ну, пожалуйста, Владус, я хочу научиться лучше играть. Мне это очень надо. Что? Зачем? Это все Леонидия. Я никак не могу ее обыграть. О, блин. Ха, Лёня, я снова тебя выиграла. Может, уже научишься играть? Она меня постоянно элементально выигрывает. Лень, ты хотел сказать элементарно, наверное, да? Не, все правильно. Элементально. Мы просто с ней в Геншине в карты играем. Да, Лень, ты мне сейчас снова будешь рассказывать про новое обновление Геншин, да? Блин, Владус, я вообще не планировал. Но если ты просишь, блин, ладно, расскажу. Лень, да я вроде не... Ты ведь помнишь, что в Геншине уже больше 60 миллионов игроков? Да, конечно. А еще карта мира размером с 6 тысяч футбольных полей. Ты что делаешь? Ну, я тут недавно провел подсчеты. Там все-таки ближе к 5900 футбольных полей. А, да, Владус, еще интересный факт в цифрах. Ты знал, что в среднем каждый 15-й играет в Геншин? Бум. Это статистика среди молодежи. Ого, Лёня, этого я не знал. Ты же понимаешь, что на одного меня где-то есть еще 14 Лёнь, которые не играют в Геншин. И что? Это нужно срочно исправлять. Говоришь, вы теперь играете с Леонидией вместе, да? Да, тут как раз вышло два новых персонажа. Красавица Фарузан, это для Леонидии. И крутой, харизматичный, сильный, уверенный в себе парниша, скиталец. Ну, по описанию, прям под меня будто делали персонажа. И шляпа у него тоже крутая, как у меня. Да, Лень, ага, прям вылитый ты. Ага, а я о чем? А еще они оба бойцы анема. Ты же помнишь боевую систему Геншина? Конечно помню, та самая элементальная система. Да, Пира, Гидра, Гео и не только. Это как огонь, вода, земля, электричество и...
И как что, Лень? Чё ты стал-то как вкопанный? И как вот эти вот другие штуки прикольные такие, разные? Ну это не главное, Владус! Ты ведь помнишь, что в Геншине ты можешь свободно перемещаться по миру? Плавать, карабкаться, планировать. И все это под шикарное музыкальное сопровождение! Вот, на вот, послушай, например! Да, Лень, музыка красивая, почти как в Майнкрафте, она такая успокаивающая. Внутренний покой. Внутренний что? Покой. Внутренний покой. Ты что, совсем? А, да, прости, я просто готовлюсь к испытанию смелости в Геншине. Какому испытанию? Да, Владус, в Геншине появилась новая мини-игра. Еще немного подготовки, и я обязательно победю. Побежу. Побежду. Да... Смелый я в общем, и я это докажу. Подожди, получается появились новые персонажи, новые испытания, так еще и своя карточная игра? Все верно, Владус, а новых игроков, помимо всего этого, ждут еще и бонусы. Я лично, вот прям сам для вас их приготовил. Точно ты сам, Лень? Ну, конечно. Вот, я сам ссылку в описании оставлю под этим видео и QR-код. В твой ролик ставлю. Чего? В смысле? Да ты не переживай, я же ради подписчиков. Вдруг кто-то еще не скачал Геншин. И надо бы это уже исправить и скачать. А я им как раз бонусы для старта дам. Так что, ребята, переходите по ссылке, забирайте подарки в Геншине. А я пойду дальше с Владусом тренироваться. Мне же еще надо обыграть Леонидию. Ладно, Владус, давай еще пару раз сыграем и дальше пойдем ролик снимать. То есть мне тубаретка, а тебе шикарный стул, да? Ладно, уговорил, давай. С чего ты вообще взял, что Бокси Бу добрый? Ну, я в прошлом ролике спросил у подписчиков, чтобы они написали в комментариях, добрый Бокси Бу или нет. И они кучу комментариев написали, что он добрый. Ой, господи. Ребят, вы зачем его обманываете? Вот зачем вы писали эти комментарии? Вопрос у меня... Ребята, вы чё меня обманули? Напишите сейчас в комментариях правду. Добрый Бокси Бу или нет? Лень, ну ты еще до сих пор не понял? Конечно же, так как он съел ученого, мы поставим ему минус 10. А может ученый плохой был? Давай плюс 10. Нет, даже не думай, зараза. Вот сейчас мне доверься. Вот ученый, он был, наверное, нормальный. Наверное. Вот, Владус, ты уже сомневаешься. Давай мы ему минус 10 поставим, потому что вдруг этот ученый создавал хаги-ваги. Ну так-то да, Лень, согласен. Эти хаги-ваги и кисимити много кому принесли страданий. Согласен, Владус, давай не будем категоричными, поставим ему минус 5. Лень, ну, хоть где-то я с тобой могу согласиться. Да, уйди ты, а! Зараза. Бокси Бу насмехался над другими игрушками. Насмехался? О, Лень, ну тут понятно, ставим ему минус, плюс 10. Я тоже постоянно над всеми насмехаюсь. Ах ты, зараза такая. Вот ты какой, а! Жук! Да че жук-то сразу? Давай плюс десяточку. Че, если они ржачные? Конечно, над ними нужно насмехаться. Нет, Лень, насмехаться это неправильно. В принципе, как и съесть ученого, каким бы он ни был. Слушай, Владус, не суди, судим будешь. Давай плюс 10. Нет, дожди, думай. Минус 10 и точка. Вкусно? Что? Ты дурак? Бокси Бу съел всех игроков. Тут-то, Леня, че скажешь? Плюс 10. Че эти игроки мешались ему под ногами? Конечно, я бы тоже сожрал всех, если бы мог. Лень, ну подожди, он же съел игроков, то есть он взял и... Ты что, проголосовал? Оно само. Дебил шоколадный, ты что сделал, Лень? Как мы этого Бокси Бу с тобой оценим правильно, если ты отвечаешь как дебил, а? Нормально мы... оценим. Ну, он съел игроков, так им и надо. Бокси Бу подглядывал за хаги-ваги. Подглядывать нехорошо. То есть, игроков есть хорошо, а подглядывать нет, Лень. Подожди, хаги-ваги он все-таки монстр, поэтому давай-ка плюс 5 поставим. Нет, Владус, подглядывать нехорошо, минус 10. Нет, ну давай по-честному, ну давай хотя бы раз дай мне оценку-то сделать. Я ставлю ему плюс, плюс 3 пускай будет, ладно? Нет, минус 3. Лень, ну блин, ну давай по логике подумаем, подглядывать за хаги-ваги это нехорошо, правильно? Правильно. Но хаги-ваги злой, верно? Верно. Тогда давай плюс 3, потому что может быть он его контролировал, чтобы хаги-ваги никого не сожрал, а? Нет, минус 5. Бокси Бу прятался в шкатулке. Господи, Леня, достал ты и я. Вот, так как он прятался в шкатулке, его никто не мог сразу же отыскать, поэтому он мог нападать незаметно, неожиданно, и поэтому нужно оценку поставить плюс 10! Блин, шкатулка крутая.
Саня, давай плюс десяточку впендюриваем. А, Лень, стой, какая плюс 10? Ну он же злой, он прятался в шкатулке, чтобы съесть всех игроков. Тогда вообще плюс 12, можно тут цифру увеличить? Дебила кусок. Боксибул ставил лайки на все видосики. О, а ты плюс 10, ну тут 100%. А Владос, ты чё? Какие нафиг плюс 10? Минус 10, да даже минус 15. Нет, минус 20. Что? Лень, почему? Лайков мало, надо еще комментарии было писать, поэтому минус 10. А, Лень, да подожди! Хорошо, ладно. А если здесь на суде будет подписчик, который всегда ставил лайки, вот всегда на каждый ролик, но не писал комментарии, а? Я ему поставлю минус 30. Что? Лень, а почему? Ребята, это опасно, поэтому давайте лучше пишите иногда комментарии. Ага. Например, вот этот ребус пускай отгадают. Смогут, если, то я им поставлю плюс 10 всем. Лень, да конечно смогут. Они эти ребусы вот так вот разгадывают. Ну, мне, конечно, сложновато это будет сделать. Напиши в комментариях, какое слово зашифровано вот в этих буквах. Я думаю, у вас получится это сделать. Напиши в комментариях прямо сейчас. Так, Лень, то, что он ставил лайки, я его оцениваю в плюс 10. И это не обговаривается, ясно? Ладно, Владус, так и быть, плюс 10. Боксибу съел игрока, который не лайкнул. О, ну, тут я даже не знаю. Он вроде как не лайкнул ролик, а вроде как Боксибу его съел. Блин, что делать-то? Владус, конечно, плюс 10. Нет, Лень, ну, за что есть игрока? Ну, подожди, ну, ладно, он не лайкнул. Ну, лайкнет он другой ролик. Может быть, он не был зарегистрирован на Ютубе, чтобы лайк поставить, понимаешь? Нельзя поставить лайк, когда у тебя нет аккаунта. Я сказал плюс 10, таких игроков нужно есть. Нет, Лень, я ставлю ему минус 10, потому что любой подписчик, он все равно очень ценный, даже если он лайк не поставил. Так что, Леня, отстань от меня, здесь минус 10 этому вашему боксибу. Согласен, минус 10 этому боксиботу. Боксибу захватил мир Майнкрафта. Наш мир Майнкрафта не трожь, минус 10. Согласен, бугибот, минус 10, и зараза, только сунься в наш Майнкрафт, мы тебе знаешь, что сделаем? Лень, успокойся. Да я возьму алмазный меч, и этот меч окажется у тебя в... Леня! Отставить, я сказал, минус 10 и все, хватит агрессировать. Сори. Вырвалось. Боксибу съел игрока, который не подписался. Лень, у меня здесь точно такое же мнение. Я ставлю Боксибу минус 10. Владус, но он же игрока съел. Ну, он не подписался. Давай тут плюс 10. Нет, Лень, подожди. Может быть, человеку не понравился канал, и он не подписался, понимаешь? Нет. Не понимаю, плюс 10. Боксибу молодец, ешь таких человеков. Нет, Лень, подожди, никакие не плюс 10. Человек имеет право либо подписаться на канал, либо нет. Поэтому его не надо за это есть, ты понимаешь? Нет, дурында ты шоколадная. Я считаю, надо плюс 10. Нет, минус 10 и не обговаривается, ясно? Угу, ясно. Ты опять не даешь мне проголосовать верно. Боксибу мечтал поглотить весь мир. Красава, здесь плюс 10. Лень, ты чё, если он поглотит весь мир, тогда всем хана. Давай минус 10, Лень. Ха-ха, нет, я тоже мечтаю поглотить весь мир. Чего? Чё ты сказал только что? Кто? Я? Ничего, я молчал. Лень. Минус 10, и все. Ладно, дай мне оценить-то хотя бы раз, а. Ну ты фигово оцениваешь, Лень, ты меня достал, правда. Все, минус 10. Ладно, я предлагаю, чтобы подписчики в комментариях написали, куда они отправят нашего Боксибу, в ад или в рай. О, Лень, так у него здесь только один путь, в рай? Нет, Лень, давайте так, подпишитесь сейчас на канал, если вам действительно интересно и вы хотели бы подписаться, сделайте это прямо сейчас. Кнопка подписаться у вас на экране, она еще под видео. Нажмите на нее. Посмотрите предыдущий ролик прямо сейчас. Он здесь. Нажимайте на него, чтобы увидеть. И обязательно пишите в комментариях, куда все-таки вы отправите Боксибу. Ха-ха, Владос. Ты иди, я его сейчас отправлю. Не вздумай. Иди, я говорю. Не вздумай, Леня. Увидимся в следующем ролике. Мне нужно немножко разобраться с Леней. Пока.